Добрый день, друзья, с вами Верхов. В общем-то, разряд, по которому мы с вами играли, уже исчерпал себя. У меня сейчас там 39-й разряд. Ну, сейчас я один турнир сыграю, станет он 40-й. Ну, вот я так думаю, чтобы там как-то дальше быстрее продвигалась наша с вами игра. То есть у вас наверняка уже есть тот, кто даже начал только играть, то там за 40, там за 50 дней вы уже подняли 40-й разряд себе свободно. Но тем не менее, друзья, я загрузил ближайший профиль свой, 51-й разряд, потому что у меня здесь очень вот много из еды. Это вот копченая рыба, жареные сапоги, ухи много, эликсир есть. Вот, собственно, лишь только поэтому я подгрузил этот профиль. И вот сейчас нам хочу вам показать, что же, где же и какую рыбу нужно ловить после 40-го разряда. Ну вот давайте сегодня парана такая база. И вот Парагвай, локация. Здесь в 3.6 у нас ловилась южная анаконда. То есть ловить ее нужно на курицу, на тушку рыбы, на мясо, на окорок, на все, на это она должна клевать. Но эта южная анаконда, она рекомендована для быстрого набора опыта. Сейчас посмотрим. Ну, конечно, друзья, будет нас интересовать зачетные веса, безусловно. Ну вот, и еще тут вторая такая рыба есть, как черный кайман. Вот эти две рыбы будут интересны на такой базе, как парана. Смотрим. Южная анаконда 45 килограмм, неплохой вес, значит, оценивается с 50 килограмм, трофей где-то в районе 150 килограмм, и тем не менее, смотрим опыт, 1200 с лишним, с алкоголем, то есть это как минимум в два раза будет больше. И опять повторяю, это не зачетный вес, нам интересен зачетный будет вес, там еще больше будет очков опыта идти, ну где-то в районе 7, наверное, 8 тысяч будет идти нам за хорошую зачетную анаконду. В принципе, должна клевать круглосуточно, она периодичности не должно у нее быть. Есть поклевка у нас, вот замечательная поклевка, 46 килограмм, ну и опыт сейчас нам будет хороший, 1314 очков опыта. Продолжаем с вами ловить, хочу поймать зачеты. Возможно, анаконда будет лучше ловиться на тушку рыбы. Давайте, кстати, попробуем. Вот на окорок она у нас не клюет. Есть поклевка у нас опять на мясо. Опять неплохой вес, где-то в районе 30-20 килограмм нам клюнул. 33 килограмма. И тем не менее, смотрим. Ну, почти 1000, да, 994. Есть поклевка неплохая. То есть вот я в который раз уже убеждаюсь, друзья, чем больше глубина на локации, тем нужно мельче искать ямку, откуда ловить нужно. Ну, как видите, да? Ой, как здорово. Вот это хорошая поклевка. Давайте сейчас ее попробуем достать. Вот, три анаконды у нас сидит с вами. Конечно, снасть здесь, друзья, должна быть достаточно хорошей уже. То есть, ну, к 40-му разряду уже средства позволяют нам там иметь снасти по тоне, предположим. Но если уж там не по тоне, ну, то хоть катушки по 180% мощности должны уже быть. Хороший вес нам. Видите, какое сопротивление он нам оказывает. Не хочет подходить к берегу. Смотрим. 42 килограмма. Ну, опять 1000, да, опыта. Вот здесь вот тоже вес неплохой. Здесь, возможно, даже больше, чем 40 килограмм. И вот я вот, чем больше играю в эту рыбалку, тем больше убеждаюсь, то есть, чем глубже глубина на локации, тем на более мелких местах лучше клюет рыба. Смотрим, 49 килограмм. Ну, чуть-чуть мы не дотянули. Вот так вот, по 1000 мы с вами вот так. 5 рыб мы с вами поймали, 5 тысяч заработали. То есть при активном клеве, ну реально где-то нам с вами поднять 1050 за игровые сутки. Друзья, вот как только мы поймаем зачет какого-нибудь, так сразу же пойдем каймана ловить.
Так, есть поклевка опять у нас на мясо. Опять неплохая поклевка. В районе 40 килограмм 30. Вес ее небольшой, но сопротивление достойной рыбы. Вот этот вес неплохой. Возможно, вот это зачет, друзья. Ну вот, неплохой зачетный вес. Давайте смотреть. 2000, как видите, да? Ну, то есть вот такая рыбалка и вот такая рыба. Давайте на этом прекратим с вами ловить анаконду. И сейчас мы с вами половим черного каймана. Ну вот, друзья, вот сейчас вечерняя заря, отправляемся вот на эту локацию, которую, в общем-то, для русского языка ты сразу и не выговоришь. Название-то корявое. Паранапа. Паранема. Вот здесь у нас черный кайман, и клюет он на те же самые насадки, что и анаконды наши. Вот, но эта рыба посолиднее, чем анаконда будет. Трофей где-то в пределах 300 килограммов он у нас будет весить. Где-то так. Вот и клевать здесь килограмм по 100 нам должна рыба. О, друзья, неплохая поклевка на курицу. Хороший вес, где-то килограммов 150. 76 килограмм черный кайман. Крокодильчик такой миленький. 641 опыта. Это нам попалась зунгара, друзья. О, хорошая поклевка. Ну вот, мы все-таки победили. И смотрим, подтащил ее к берегу. На 153 килограмма. Неплохой такой кайманчик. Зачетный попался. И смотрим опыта. 2000. Ну что, если вам интересно мое мнение, вот считаю, что все-таки вылов анаконды наиболее продуктивный на этой базе. Потому что, в общем-то, клюет чаще. И ловить ее проще, то есть вываживать ее проще. И вес у нее значительно меньше. А, в общем-то, опыта дает достаточно хорошо. На этом позвольте с вами попрощаться. С вами был Верхов, и всего доброго. Спасибо за внимание.